Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. С Богом. Домовята, кузи мои. Мы не так себе все это представляли. О, боже мой. Катастроф. Давай, все, я вас люблю. Давай, пока. Ну что, давай, как в фильме «Такси». Только подъедь к моей машине, пожалуйста. Хоть доки взяла, и на этом хорошо. Уже второй раз ты меня ведешь на роды. Я прям чувствовал, что сегодня. Да? Слушай, ты уже водитель со стажем. На опыте. На опыте, да. Ой, любимые мои, все хорошо, настроение у меня прекрасное. Я не переживаю. Наверное. Артур говорит, такая мамочка на опыте, такая спокойная едет. Я просто не ожидала. Все, сегодня будем рожать, да? Видимо, да. Все, я готов. У меня хорошая новость. Мне привезли мою косметичку. Я смогла накраситься. Оператор здесь. Это единственная дата, когда тату в Москве, представляете? Они просто говорились, два пацана, чтобы сегодня это все произошло. Да и тут даже Рубен приехал. Рубен в мирное время не приезжает. Артур, конечно же, тут. Все, начинаем. Я думал немножко по-другому к родам готовиться. Давид уже конкретный доктор. Голова рожди, все хорошо будет. Мой завтрак, правда, аппетита совсем нет. Я прям в ожидании рождения. Выглядит все очень красиво. Осталось только дождаться, когда же малыш появится на свет. Да, ты немножко перепутал. Когда я тебе говорила, ты пойдешь со мной на роды, я не это имела в виду, понимаешь? Почему Тату все правильно понял, а ты нет? Спасибо вам всем огромное. Все, кто пишет мне в директ, все, кто пишет мне комментарии, все, кто там танцует. Я всех очень люблю. Вы уже увидели малыша, он просто гигант. И весь в папочку, 100% ксерокс. На эту делегацию. Ой, я готова так рожать через день. Обожаю. Спасибо. Ничего не видно, да? Просто ножницы дали в руки. И перевес. Как ощущение? Ощущение бомба. Родился новый армии, днем рождения, мой родной.
Малыш, скоро. Мой ангелочек тут. И вторая где-то там бегает. Еще раз всем огромное спасибо от нашей семьи. Большое спасибо. Большое, огромнейшее спасибо. Любим, целуем.